Мальчик Евграф шел по жизни, как законченный граф. Он прятал женщин в несгораемый шкаф, навел себя, как джентльмен, и всегда платил штраф. Он носил фрак, поил шампанским всех бездомных собак. Но если дело доходило до драк, он возвышался над столом, как чистый лом. Он был сторонником гуманных идей. Он жил, не зная, что в мире есть столько ужасно одетых людей. Очень важно не играть в домино, ни разу в жизни не снимался в кино и не любил писать стихи, предпочитая вино. Он ушел прочь и не в силах пустоту превозмочь. Мы смотрим в точку, где он только что был, и восклицаем, почему, что, как, какая чудесная ночь. Но я считаю, что в этом он прав. Шанс, что к нам опять вернется мальчик Евграф.